Так, да, давайте поменяем чуть-чуть программу. Новую еще песенку одну, да? На самом деле очень хорошо забытую старую в новой интерпретации нашей же. Какое-то сложное слово подобрал. Да. И сегодня с утра как началось на серебряном даже сложный слог. Так вот, мы поздравляем лейбл «Геометрия», лейбл — дурацкое слово, музыкальное издательство «Геометрия», наше любимое издательство «Геометрия». С днем рождения, мы очень рады быть здесь, мы очень рады, что мы... Что мы с вами. Что мы с вами. Спасибо. Я об этом спасибо большое. Вот. Вадиму, да, посвятим песню Вадиму? Ну, это не то, что не понял, мы просто его посвятим. Вообще у него песня любимая другая, но сегодня мы сделаем исключение. И завтра мы сыграем любимую песню. Для всех вас, для «Геометрии», специально для Вадима мы исполняем. Ударим фольклором по панк-року.